Друзья, привет всем. Сейчас нахожусь в городе Мюнстер, магазин Action. Дочь моя вот сейчас пойдет. То есть, чтобы зайти в магазин Action, заранее делаешь термин. И вот сейчас люди показывают. И должно подтверждение быть у тебя на телефоне, да? Что у тебя этот термин есть. И вот сейчас каждый должен подойти и показать, что это подтверждение есть. И вот у моей дочери термин на 12 часов и всего лишь дается 15 минут одному человеку, чтобы что-то себе выбрать, да? Так моя дочь говорит, блин, 15 минут мало. Ну, сюда, по идее, люди идут не так, чтобы, как раньше, просто походить, поглазеть, посмотреть. Я думаю, скорее всего, что-то купить. Вот смотрите, до этого не было толпы, да? Сейчас вот смотрите, толпа какая уже собралась. Я так понимаю, что это люди, которые именно в это время, ну, у них запись, да? И вот сегодня у нас 27 марта. Вот смотрите, запускают, да? 27 марта. И что интересно, да? Рядом здесь магазин Aldi находится. Туда не надо ничего. Люди вот берут вот такие тележки, да? То есть и идут туда толпами там. Сотнями человек. А здесь вот именно вот так вот. Вот видите, всех запустили, да? Вот люди еще подошли. Чувак, или как это, как назвать, который все это дело контролирует. И вот такая ситуация здесь. Это Германия. 27 марта 2021 года. Все, спасибо. Всем пока.